Добрый вечер, дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. Я рад вас приветствовать в этом замечательном клубе Алексея Козлова. И я проделал очень далекий путь сюда. Вот, и хотел поблагодарить всех, кто пришел сегодня на этот вечер. И я хочу представить музыкантов, которые сегодня, и сказать очень важную вещь, что артистам, чтобы они хорошо играли, важно ваше внимание. И так что давайте поддержим аплодисментами. Сегодня со мной замечательные музыканты. Я им очень благодарен, что они пришли в этот вечер меня поддержать сегодня здесь. Кто-нибудь знает сердце любого бенда, какой инструмент? Вот вы, девушка, знаете? Ну, давайте, скажите вашу догадку. Спасибо огромное. Но... не совсем. Кто-нибудь еще есть догадки? Бас-гитара или контрабас? Бас-гитара. Близко, близко, близко. Барабан, он задает ритм. Правильно, молодой человек, барабаны. А сегодня за барабанами у нас такой барабанщик. Словами не передать. Я думаю, только музыка скажет вам, какой замечательный у нас барабанщик. Я сделаю так, как я делаю всегда в Нью-Йорке. Let's give a big hand to the one and only Mr. Петр Ившин on the drums. Guys, come on, come on. Давайте. And of course, on the bass, my friend for a very long time, greatest bass player in Russia, the one and only, Mr. Anton Garbunov on the bass. And on the right hand, по мою правую руку, я не побоюсь сказать, мой новый друг, замечательный музыкант, пианист, я бы сказал, доктор пиано плеер, мистер Дмитрий Илгудин on the piano, and of course surely yours on the saxophones, Яков Мейман. Thank you.
Петр Ившин, давайте еще раз поаплодируем, я хочу услышать вас. Отлично. Спасибо огромное. Мы только что для вас сыграли пьесу, которую написал замечательный композитор, пианист, который работал с таким барабанщиком Арт Блэки. Кто-нибудь знает, кто такой был Арт Блэки? Вот. Петя знает, и это слышно. Вот. Ну, а сейчас мы немножко отойдем от классики жанра и пойдем немножко на композиционную музыку. Я рискну представить свои произведения. А сейчас я хочу представить произведение замечательной барабанщицы, которая живет в Нью-Йорке. Ее зовут Александр Мэйман. И мы сыграем ее произведение, которое называется «Израиль», посвящение Израилю. Вот оно не совсем обычное. В основном музыку люди пишут на 4 четверти или на 3 четверти вальс. А это произведение написано на 7/8. Представляете? Вот. Сейчас мы для вас сыграем «Израиль». Thank you.
Спасибо огромное. Это был Израиль. И сейчас мы немножко, как у нас говорят в Нью-Йорке, slow down, немножко сыграем для вас балладу. Вообще джаз — это... Там столько непонятных названий. Вот иногда я смотрю, и смотрю, песни называют. Знаете, шутка есть такая? I love you. I love you too. Вот песня. Как понять I love you? Я тебя люблю, песня называется. Кол Портер написал. Вот. А я написал I don't know. То есть я не знаю. Состояние невесомости. Вот сейчас мы для вас исполним песню, называется I don't know. Thank you.
Спасибо огромное. Вы знаете, самое приятное, когда вот сегодня у нас совершеннейший экспромт с этими музыкантами. Потому что я с ними вот сегодня познакомился, честное слово. Представляете? И вот когда музыканты так могут проникнуться, это только может случиться, я думаю, только в Москве и только с такими музыкантами. Давайте я еще раз хочу поблагодарить Дмитрий Елгудин. Илугдин. За роялем, конечно же, человек, без которого этого всего бы не состоялось. Антон Гурдбунов, он the bass. И сердце нашего бэнда, the one and only, мистер Петр Ившин, он the drums. Спасибо. Вот, ну, мы сейчас для вас немножко, я говорил уже про странные названия. Вот, и сейчас мы для вас сыграем такой традиционный блюз. Какой же джаз без блюза, правильно? Какая свадьба без баяна, какой же джаз без блюза? Вот. И у него тоже такое название, очень странное. Его написал композитор, пианист, который прославился на лейбле Blue Note в 50-60 годах. И звали Винтон Келли. Вы наверняка все его слышали. Вот. И блюз называется Келли Блю, то есть по-русски переводится «синий Келли». Вот. К чему? Почему синий? Я не знаю, но блюз очень красивый. Thank you.
Следующая песня тоже будет в таком классическом жанре. Это мое посвящение. Музыканты любят посвящать песни вообще своим любимым. Да? Ради кого пишется музыка, девушки? Ради вас. Вот. Ну, а следующая песня я написал посвящение моему любимому композитору, которого я заслушивал пластинки до дырок. Он, к сожалению, умер. И вот на меня напала скорбь. Я даже не думал писать, а мелодия пришла ко мне в голову. Одно утро я проснулся, и у меня родилась эта музыка. Назвал я песню «Посвящение Хорусу Сильверу», «Song for Horus». Вот, и я сыграю ее на таком необычном инструменте. Я его буквально год назад приобрел, но он мне очень нравится. Это называется IWI Electronic Wind Instrument. Электронный саксофон. Надеюсь, вам тоже. Thank you.
Следующее произведение, которое мы сыграем, это будет замечательная песня легендарного квинтета, септета Breaker Brothers, и песня называется «Some Kind of Funk». Thank you.
сейчас следующая песня, как я говорил, вся музыка, ну или почти что вся пишется для женщин, посвящается всем красивым девушкам, которые сегодня в зале пришли нас поддержать. Вот, и песня называется «Body and Soul». Тело и душа. Thank you.
И мы закончим наш сегодняшний концерт. Это замечательная песня, которую написал Антон Горбунов. Да. Кстати, вот у нас сегодня пришли... Прибежали. Прибежали мои друзья. Одни из лучших музыкантов мировых. Олег Бутман и Наталья Смирнова-Бутман. Давайте поаплодируем. Этого многого стоит, когда... Такие друзья приходят поддержать тебя. Ну, а мы закончим наш сет, к сожалению, песней «След», которую написал Антон Горбунов. We'll be right back.
Дорогие друзья, спасибо огромное. Thank you very much. Let's give a hand for one more, Mr. Peter Lipchin on the drums. And of course, the leader of this band tonight, my friend for a long time. Без него бы это сегодня не состоялось. Let's give a hand for one more, Mr. Anton Garbunov on the bass. And I'm sorry, I not pronounce write your name, but last name, but first name my pronounce very right. Yes, I'm sorry. I live too many years in the new. So let's give a hand for this amazing, incredible, fantastic guy, Mr. Dmitry Ilukdin. And of course, Chuyus Yos, Yakov Melon on the saxophone, flute, and Ivy. Thank you very much, guys. Please, if you have time, we have a concert on this Thursday, 7, July 7, in the Jazz Club Kino. Если вы не хотите смотреть футбол, приходите к нам в гости, у нас будет намного круче. Спасибо огромное, я говорю вам не прощай. До новых встреч, дорогие друзья. А также, если вам понравилась сегодняшняя музыка, я... Можно? Я привез из Нью-Йорка специально, у меня осталось буквально пару копий. Fresh. Знаете, что такое fresh? Это свежий. У меня есть шутка такая. Oh my God, it's so fresh. Oh, and it costs just $10. Шутка. Это я его продам за $500. 500 рублей. И за 500 рублей вы можете взять диск, который выпущен в Нью-Йорке. В России, к сожалению, он... Вы можете только download by iTunes. Но если вы хотите вот с моей подписью, вот сегодня 500 рублей для вас. Вот, ребята все подпишутся. Спасибо огромное, дорогие друзья. До свидания.